Вместе полвека жители микрорайона Сходня супруги Шипиловы отпраздновали золотую свадьбу в отделе номер 1 Химкинского управления ЗАГС. В этом помещении недавно завершили ремонтные работы, обновили стены, пол и потолок. День рождения и свадьбу отметили за один раз. Двойной праздник у супругов Шипиловых. 50 лет назад Надежда Сергеевна и Иван Пантелеевич расписались в день, когда невесте исполнилось 22 года. В свой день рождения я не побоялась, что это было и 13 число, и пятница. Мы расписывались. Нам предложили в ЗАГСе, мы в Москве, на Грибоедово, это число, в этот день как бы люди... боялись цифры, я рискнула. Рискнули и не ошиблись. Супруги доказали, что настоящей любви дурные приметы не помеха. Ведь недаром имя золотой жены совпадает с названием ЗАГСа – Надежда. Всякое было в жизни. Но жили, любили, понимали, уважали, ценили. Вот и 50 лет прожили. У нас двое детей, сын, дочь. Внук и внучка. Поздравить юбиляров приехали родные, близкие, представители администрации и депутатского корпуса. Надежда Сергеевна и Иван Пантелеевич – это олицетворение вот именно долгой супружеской жизни и пример для подражания нашего подрастающего поколения. С начала 2013 года в этом отделе ЗАГС свои отношения пожелали зарегистрировать более 9 десятков пар. Максимальное количество молодоженов, приходящих сюда за один день – 8 человек, то есть 4 пары, и время их посещения специально распределяют так, чтобы они не помешали друг другу в этом маленьком помещении. Кстати, нашим юбилярам повезло, у них есть возможность торжественно повторить клятвы в отремонтированном отделе. Восстановительные работы проводились летом, но ЗАГС свои двери на эти полтора месяца не закрыл. То есть прием граждан был? И мы старались, чтобы никак не ущемлять интересы наших людей. Проводка частичная, а так стены, пол, потолок. Вот везде то, что вы видите, это было сделано. Потолок был весь в разводах и настолько закопченный, он был черный. Как было и как стало, рассказывает ведущий специалист отдела Татьяна Мелешко. Условия были, скажем прямо, не из лучших, но теперь все иначе, действительно торжественно. Были сделаны отличные натяжные потолки в кабинете, в зале очень красивый натяжной потолок, он теперь у нас сверкает весь. Гости, когда приходят, очень отмечают этот факт, что очень красивый зал стал. Дело осталось за малым – облагородить территорию перед ЗАГСом. Нередко машины, приехавших на регистрацию, мешают движению транспорта. Парковаться негде. Да и пару клумб добавить не мешало бы. Сотрудники учреждения надеются, что скоро эти проблемы удастся решить. Юлия Арянина, Алексей Козиров, служба новостей.